А в Чебоксарах центром торжеств стал Лакреевский парк, где чествовали кадровых офицеров и ветеранов службы. Подробности в следующем материале. Пограничной службе Михаил Русланович Егоров отдал более 30 лет. Среди его наград и знак отличия за задержание преступников. Это было задержание уголовного преступника, который совершил преступление на территории Румынии. Это уже Советского Союза не было. Внезапно он не успел даже достать огнестрельное оружие. В общем, нормально, как и должно быть. Тут походило и в Молдавии, где я, в общем-то, закончил службу погранвойска в Молдавии, Кишиневский погранотряд. Закончил я эту службу в 93-м году и переехал в Нижегородскую область, где меня приняли, зачислили на службу в органы госбезопасности. До службы в органов госбезопасности постоянные командировки с границы на границу. Говорит, что готов поставить памятник жене за ее терпение. Вера Егорова называет себя боевой подругой подполковника. Не успевали раскладывать вещи иногда. А бывало, что нам на сборы давали только 6 часов. Вот представляете, собрать вещи домашние за 6 часов. В 12 собираем, в 6 утра машина на контейнер повезет. Иногда уходил надолго в поисковые. Вот нарушители, когда начинают искать, они уходили в поисковые группы. И по трое суток дома не было. Приходили все, вот представляете, запах болотом, по болотам искали, везде ходили. Юрий Петухов защищал рубежи страны на высокогорной заставе. Часовым приходилось передвигаться на лошадях. У каждого свой конь. У меня плюс собака была. Это длинный фланг был, 12,5. Там все время спускаешься вниз, потом обратно подниматься в жару. Чем вниз спускаешься, тем жарче. Днем жарко, в горах. Летом в горах. Летом жарко, а ночью прохладно. Приказы выполнял. Как говорится, врагов не допустили. Горжусь то, что я там служил. Все, может сказать, 2,5 года топтал эту границу днем и ночью. Ну, народ спал спокойно, когда мы там были. Пограничное братство республики объединяет сотни человек. Ветераны службы на своих примерах воспитывают патриотов. Ну, не забыть свою историю и друг другу, и помочь, и молодежь воспитать, помогать, в школах проводить. Проводим, да, мы ночь в Псарске проводим. Пограничной службе сегодня 101 год. И вот уже 10 лет, как погранвойска полностью перешли на контрактную основу. Границы страны охраняют не призывники, а профессионалы, среди которых и военнослужащие Чувашии. Ирина Волкова, Дмитрий Ковалев, Андрей Спиридонов. Республика.